Приветствую. На обзоре нож вот такой фирмы Turing Knowles. Здесь просто покрупнее. Такой интересный ножик класса high-end, как они его позиционируют. Ну, упаковочка интересная, коробочка такая магнитная, идет салфетка фирменная. Тоже с обозначениями всеми. Вот такой интересный, ну, теперь сам по себе ножичек. Начнем по порядку. Рукоять G10, 3D обработка с такими разными насечками для лучшего удержания. Плюс вставочка из титана, вот такого слегка зеленого цвета, бледно-зеленого. Тоже с таким же узором, практически полностью повторяющий. Сами лайнеры стальные. Плюс бэкспейсер, тоже с такими отверстиями, не знаю. Ну, дизайн, скорее всего, элемент дизайна. Клипса стальная, ну такой, отличной средней жесткости. Клинок строго по центру, и здесь у нас стоит керамический подшипник, как они говорят. Открывается за плавник, это флиппер, открывается за плавник. Открытие идеальное. Лайнер лок. Лайнер заходит полностью, но с учетом толщины клинка, там еще почти 2/3 есть запаса. Лайнеры не облегчены, за счет этого вес ножа 141 грамм. Но с учетом длины ножа, он хоть узкий, но очень длинный, то это не такой же большой вес. Так, по клинку теперь начнем. На клинке сталь Sandvik 14C28N. Здесь идет вот такая вставочка, ну, подразумевается отверстие такое 3D, и вставочка из карбона, красиво заполировано, зашлифовано. Теперь сам клинок узкий, длинный. Здесь сейчас попробую показать. Идет два спуска. Прямой, дальше идет один спуск и второй, двойной спуск. Дальше сам подвод, сведение. Ну, фальшь как таковая еле-еле небольшая есть. Все прекрасно зашлифовано, заполировано. Фаски сняты на обухе, сняты на всех лайнерах. Нигде никаких заусенец, ничего нету полностью. Очень удобный в хвате, удобный нож. Такой хоть и длинный, но очень удобный и комфортный. По обуху у нас 3,3, сведение в районе 0,6 мм. Габариты. Габариты ножа, я же говорю, он длинный. 23 сантиметра общая длина. Даже чуть-чуть больше, где-то на 1 мм. И длина клинка у нас ровно 100 миллиметров, ровно 10 сантиметров. Ну, там даже какой-то миллиметр еще есть. 101 миллиметр длина клинка. Режущая кромка примерно то же самое. Да, один к одному. Вот такой интересный нож Turing Knowles. Позиционируется как high-end. То есть высшего сорта. Качество исполнения и материала. Материалы очень хорошие. Исполнение практически идеальное. Не помню, говорил или нет. Название они нигде не написали. Только вот здесь этот Turing Knowles. Модель Джейко. Джеско, Джейко. Не знаю, как точно читается. В описании будет написано. Вот такой ножичек. Рекомендую. Нож очень хороший, качественный, с хороших материалов и с идеальным исполнением.